Другим новостям, число преступлений в регионе за первое полугодие выросло на 15%. Показатели приведены в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем зафиксировано улучшение по раскрываемости. Данные озвучили на совещании Следственного управления по Якутии. Все подробности и детали разбирал наш корреспондент Виталий Абрамов. С начала этого года особое внимание в деятельности управления уделялось повышению оперативности и качества расследования уголовных дел и профилактики преступлений. Но несмотря на это, количество зарегистрированных преступлений выросло с 5534 за аналогичный период прошлого года до 6372 с начала нынешнего года. Наибольший рост отмечается в столице республики. Ее уровень вырос за счет увеличения количества преступлений средней небольшой тяжести. Несмотря на снижение количества людей, погибших в результате преступных посягательств, стало 30 голов старше 7, росло количество жертв убийств с 60 до 66. Но вместе с тем улучшились и показатели раскрываемости преступлений. Так, уже несколько лет Следком Якутии показывает более высокий процент расследованных дел, чем в среднем по России. Общая раскрываемость преступлений в Якутии в 2016 году составила 72,5%. Для сравнения, в России 58,8%, на сегодняшний день 55,4%. Также активизировалась работа по коррупционным делам. Так, в производстве следственных органов находилось 125 уголовных дел, и в настоящий момент в суды направлено уже 42. Например, в результате расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок в прошлом году был возмещен ущерб от совершенных преступлений в размере 150 миллионов рублей. В целях улучшения показателей работы на коллегии перед руководителями следственных отделов поставлены задачи по повышению эффективности процессуального контроля, межведомственного взаимодействия в сфере противодействия коррупции, выявления и расследования экономических и налоговых преступлений, а также преступлений, совершенных в прошлые годы. Виталий Абрамов, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.